Меня зовут Екатерина Труханова, я руководитель дизайн-бюро Kate Hominas, дизайнер интерьера. В депо у нас три объекта, при этом на одном из них заказчица попросила реализовать ее проект за буквально 4 месяца. Я понимаю, что мы реально реализовываем объекты от 70 до 200 метров за год-полтора. Но здесь такая вдохновляющая заказчица, такая интересная, она доверяет нам на 100%, и посоветовавшись с бригадой, с которой мы работаем уже не первый раз, мы пришли к выводу, что мы попробуем, с учетом того, что здесь не было вентиляционного проекта, не было умного дома, хотя на других наших объектах в депо есть. Попробуем взяться и реализовать этот объект за 4 месяца и сделать все, что мы можем, чтобы заказчица уже наслаждалась своим проектом этим летом. На самом деле в жилом комплексе депо работать одно удовольствие, потому что комплекс находится в самом центре, отсюда близко все шоурумы, здесь же встречаемся со всеми заказчиками. Также в жилом комплексе есть подземная парковка, где разгружаются все строительные материалы и поднимаются прямо на этаж на объект. И квартиры здесь сдаются как с чистовой отделкой, так и без, и с проводкой вентиляционной, как к кондиционированию тоже, что помогает как можно быстрее въезжать с заказчиком и получать от работы удовольствие дизайнеру. Планировка в депо продумана до мелочей, буквально до каждого метра, чтобы заказчикам не было необходимости что-то менять. И вот из опыта скажу, что это чуть ли не единственный объект, в котором мы не делали никакие перепланировки, варианты других планировок, а уже больше занимались расстановкой мебели, эргономикой и самим концептуальным решением. На мой взгляд, подобного уровня жилых комплексов на территории Беларуси еще не было. Поэтому мне безумно приятно, что сразу несколько заказчиков доверяют свои объекты нам, как дизайнерам, и нашему дизайн-бюро.